Здравствуйте, с вами фитнес-центр Европа. Меня зовут Бажена, я инструктор группового фитнеса. И сегодня я покажу комплекс упражнений, которые вы можете делать как и дома, и также у нас в фитнес-центре. Итак, сегодня с вами Олеся, Ольга и Юля. И начинаем тренировку. Берем гантельки по 1,5 килограмма. В вашем случае это могут быть бутылочки с водой, если вы занимаетесь дома. И первое упражнение мы с вами будем делать приседания и выпад вперед-назад. Приготовились, девочки. Начали. Сели. Первое упражнение. Садимся как можно ниже. Глубокий присед. Раз. Поднялись. Выпад правой ножкой. Садимся вниз. Раз. И назад. Два. Самое главное, чтобы у вас в этом упражнении не выходило колено за носок. Молодцы. Поехали. Другая ножка работает. И присед. Назад. Сели. Вперед. Назад. Сели. Молодцы. Закончили. Итак, сейчас мы возьмем одну гантельку. Мы будем с вами прорабатывать ягодичную мышцу. Раз. Садимся глубоко. Поднимаемся попу. Зажимаем в самой верхней точке. Два. Как можно ниже садимся. Хорошо. Три. Молодцы. Четыре. Замечательно. Пять. Хорошо. Садимся как можно ниже. И пять секунд сидим в одном положении. Раз. Два. Три. Спинка ровная. Четыре. Пять. Продолжаем садиться вниз. Раз. Поднимаемся. Молодцы. Два. Зажимаем как можно сильнее ягодицы в верхней точке. Три. Хорошо. Четыре. Пять. Молодцы. Садимся вниз. Пять секунд сидим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И последняя серия. Опускаемся вниз. Садимся, поднимаемся вверх. Раз. Два. Хорошо. Спинка прямая. Три. Молодцы. Четыре. И еще разочек. Пять. Сели. Раз. Два. Сидим. Три. Четыре. Пять. Молодцы, закончили, опускаем гантельку вниз. Ножки встряхнули, подышали, сделали глубокий вдох. Выдох. С вами был фитнес-центр Европа. Желаю вам бодрого утра, отличного настроения весь день и хорошего дня. Меня зовут Бажена, приходите к нам, мы вас ждем. До свидания.